предлагай, куда хочешь. Ну я не знаю, куда ты летаешь. Можно хасьенду попробовать, типа. Мне без разницы. Можно. С нами никто не хочет. Да-да. Дожились, пустая хасьенда, типа забей. Эспрессо, надо? Нет, ты давно играешь? Пап. Ну вообще, не пишешь. 7 часов. А сколько времени стримишь? А? Сколько времени стримишь уже? Да недавно так начал. Ну а чё здесь сидеть? Типа мы не в зоне, сенс. Пойдем. Ай. Ай. Нет, последний. Мне тоже нет. Если что, сорян, то у меня сегодня тут нет. Ты берешь? Да нет, нафиг.
смотри, это Европа, тут драться не любят особо. Да-да. Куда едем? Куда привезешь, туда и едем. Давай, может, не сюда, наверное. Тендер зона типа. Давай наверх попробуем. На желтом. Хорошо, хорошо. Ультона. Меня послышалось. Стоим здесь или едем? Я тоже. Я прям остановился, типа, потому что услышал. Ну это бот вроде. Да, да. Ну можно и тут посидеть. В принципе, да. Взяли бы игру, испортили своими ботами нахер. Они еще до этого игру испортили. Хотя да, типа сначала упал онлайн, потом ввели ботов, потом еще онлайн упал, потом ввели рандом карты, еще онлайн упал и все. Игру похоронили. В принципе, я вообще я бы играл чисто на Ирангеле. То же самое, самая лучшая карта просто. Ну или я бы, ну по-другому сказал, самое. Ну или там, когда надоест, то включал бы другой. Но вот этот рандом, когда упадает постоянный саммит, когда их не это говно. Да, и Мирамар, да. Согласен, полностью с тобой согласен. Никакого людям выбора. Не знаю, видел ли ты, когда только вели рандом апс, типа, не было даже ду. Я тогда так сильно забил, потому что, ну... Я помню, знаете, да. Они чё, по двое ходят теперь? Где примерно? За камень? Еще жив. Метр. За зданием. За зданием. Не вижу. Ща пуш. Убил. Это сгорел. Это, кстати, уже, возможно, не бот. Нет, это бот. Понял. На горе. Нет, это бот. Прям один шот. Понял. Центр карты, так, 70 живых, на Русервере, наверное, уже было бы, наверное, человек 20. Вопрос, как зайти на Русервер? Просто зайти на Русервер. Я через УПН не играю. Это у тебя? Не мои. Меня зажали. 20 от меня еще метр поставлю. Метр. Надо убивать. Досыраем. А я догрею. Понял. Да я сейчас тоже дам хай. Он вышел с другой стороны, пикает.
Стоит. Спасибо. Просто чтобы ты понимал, но сейчас я играю только с калашом или с трибуля, потому что все разрабы убили. По факту. Ну я когда с пацанами, играю, обычно играю я с Берилом. Не понял. Ну типа помни, М-ку убили, играл с Берилом, и Берил убили. Просто все. Стар сейчас говно, М-ка говно и Берил говно. Все по фикшн вопрос. Читаю. Ну это на самом деле кажется, что МК говно. Это просто когда фиксанули Берил. Куда патроны вообще летят в этом? Когда фиксанули Берил, бота? Думаю, что у него что-то есть. Вот тут чел на метке, на желтый. Я его убил, брат? Полил только что меня. Вижу. Три тыки дал, ушло. Не понимаю, что с париком стало. Да забьем на него, типа, поехали. Может залутаем еще? Понимаю. Хоть шелк. Я в дропе. Аук, будешь ли? У меня класс. Ну, блин, возможно, ты все-таки. Головой дал. И каску третью возьму. Че? Про этого завалим. Еще чел на 310. Легко. Убил. А он с кем стрелялся? Что за на месте? Он вроде чела убил, я по нему ответ эти дал, он умер. Иди третью каску убей. Бегу. Если не летит, то тебе скорее-то может мне да или не хочешь. Давай, на, если хочешь. Тут скинул. Восьмеру держи, твою. На тебе омега снайпере. Спасибо. Пустая карта, просто пустая карта. Вторая фаза, и опять мы сегодня. Угадал, и кстати, и опять мы почти в центре зоны.
Поехали в город Белеби, почти, ну тоже типа почти в центре. Один вопрос, ты как играешь? Ешь на позиции или ездишь, убиваешь? Я вообще ранг играю, я не играю в паблик. Это я зашел со второго ака, чтобы качнуть 80-й левел и потом играть с него ранг. Понял. Там 5 левелов осталось. Просто меня на том уже ранг хапнул. А я типа помню, когда себе ранг делал. Я что-то всегда играл, но падал, знаешь? Места, где много людей. Хасьенды и такое. Просто тут ездить, блин. Не туда можно. Я видел монстр там на 25 было далеко. За городом. Два день тут на горке встанем. Мы здесь? Не, поехали. Или где? Драться поедем. Они в ангаре идут. Ты-то кто, блять, вообще? Ты куда? Махина, ты разберешь? У меня чел. У меня на метке. Или хотя не разберусь. Кильс. Нормально. Понял. Сейчас помогу. Угу. Не, она желтая, я не остался. Понял. Я ему в текстуру попадаю, а он мне в голову. Запей, у него там такой угол, что не попасть. У меня дотек. А где тачка?
Все, он допекался. Да. У него 6 пулек осталось, понимаю. Просто все выстрелил. Я проверочку. Я пока сюда же подъеду, пожалуйста. Окей, тогда затрогай. УАЗик едет. Понял. Нокнул одного. Вот здесь. Молодец. Бугай. Лучше. Да еще, блин, за хуйня еще. Третий, что ли, блин? Может, ладно, мед. На красный? Да, может, ладно. А, на дропе, да? Дроп. Да? Да. Гроза или пули? Что мне брать? На твоем месте я бы взял грозу. Ну, не знаю. Пули хотя бы... При том, что у меня восьмерка и коллиматор. Восьмерка типа не поставишь на зажим в пулика. А пулик это надо. Да, дети. Да, они пока здесь, наверное, почекаем. Хотя маскулат не взял. Да, ну все. Третий броник ты не нужен? Не берешь? Нет, мета почти. Да, у меня 405, и я у... И какая гроза? На семерок. Понял. Где? Нет. Дать он. По факту, знаешь. И пока будет бежать игрок, ты можешь сказать, как этот бот? Не можешь. Он осел в упоре. Нет. Ну, средняя дистанция. Просто дано побежать. Да, мы пока тут можем встать и постоять. Там он 24. Это опасная штука. Да-да, ну мед причем. За домиком.
Где-то еще двое должно быть. Выбегаю, сейчас, возможно, направо будут бежать. Двери закрыли. Убегаю. И по мне по голове дали. Спасибо за дайм. МД4 не есть. А выпрыгнул из окна мест. Да забей, они сейчас, их зоны сейчас выдавят. Не знаю, невозможно. Один бот, второй сольник, и они. А где сольник? Сольник 295, бот 250 от меня. Сольник где-то тут. Чё ты убиваешь? Понимаю, он выжил. Вот это да. Он прикинь, он изнимается просто. Да-да, я вижу. Метро он хилится. Ну, короче, он сдох. Да. Скорее всего. Убил. Что мы остались в церкви? Остались два типа на метке. Смотри, левая. Сама... Мне только дали. У меня пули нет на пуле. 24 пульки. И нога расправилась. И лишь второго. Да они там вдвоем сидят. Вдвоем, да. Возможно, крыша, но питали вроде мне. Не-не-не, о, нет, прямо. Пришли. Вот на смотрю. Хилюсь. Смотри, один слева, один где-то на 140. Левее один. Я его не вижу. А, все вижу, тоже прикрылся. Норк. Право норкнул. Остаюсь. Да я смог. Интересно, левая сейчас положить, выходить будет из-за камня.